Я всех приветствую, дамы и господа. Сегодня хотел бы сделать для вас обзор вот такого простого, но между тем очень интересного ЦАПа. Это новый ЦАП от Nilgene. Это простая модель. Есть еще модель Pro, на которую у меня также есть обзор на канале. Поставляется он вот в такой простой минималистичной упаковке. Достаточно крупной для такого маленького устройства. Так что на подарок, я думаю, будет самое то для человека, который, например, меломан, человека, который хочет как-то улучшить качество звучания в наушниках. Итак, по поводу этого ЦАПа. Он работает на всех устройствах. Это и мобильные устройства, и планшеты, и ноутбуки, и компьютеры, и Mac-устройства. Например, я на своем MacBook'е его подключал, он также прекрасно работает. Сейчас расскажу о том, как я использовал его с мобильными устройствами. Я использовал вот со своим Xiaomi Mi 9 Lite. Также я использовал его со своим Xiaomi Mi 9. Сейчас покажу, как подключить, как настроить, чтобы вы могли ощутить на самом деле разницу звучания. Первое, что вы делаете, это, естественно, подключаете в USB-C порт. У вас сразу определяется это устройство как наушники. Конечно, наушники лучше подключить, чтобы слушать музыку, но, собственно, вы можете проводом вывести звук и на какой-нибудь саундбар, акустическую систему, усилитель и так далее и тому подобное. Дальше я рекомендую использовать один из следующих плееров. Я использую на постоянной основе плеер, который называется Hibi Music. Есть еще несколько похожих вариантов, но возможности у них одинаковые. В Hibi Music мы заходим. Сейчас, видите, всплывает окошко. Это окошко у вас просто так не всплывет. Нажимаем «Отмена». Смотрите, что нужно сделать, чтобы это окошко всплывало. Нужно зайти в настройки. Здесь мы переходим в режим эксклюзивный доступ к High Quality звук на USB. Эта галочка по умолчанию вот так вот выключена, ползунок. Мы нажимаем его, после этого у нас тут появляется предупреждение, что, в общем-то, у вас будет доступ к USB устройству. И вот теперь при подключении вашего USB ЦАПа у вас будет всплывать соответствующее уведомление. И вы можете сделать два вида эксплуатации этого ЦАПа. Первый — это вот нажать ОК, после этого Hibi Music как бы забирает весь доступ к устройству и начинает воспроизводить самостоятельно звук через это устройство. Все остальные там системные звуки и так далее, они будут воспроизводиться через динамик, не через наушники, не через вот это устройство. И второй способ — это когда мы нажимаем «Отмена», то есть всплывает окошко, мы отменяем, и тогда у вас это устройство используется просто как обычный адаптер. То есть ЦАП не используется, усилитель не используется. Звук будет точно таким же тихим, звук будет точно таким же плоским, как и как бы без этого свистка. Теперь, что касается качества звучания. Я перепробовал за это время огромное количество разной музыки, и для теста в том числе. То есть даже ту музыку, которую я вообще не слушаю, но для теста я ее все равно скачал и послушал. Дело в том, что этот ЦАП, он очень интересный, отрабатывает на совершенно разнообразных композициях, будь то электронная музыка или же даже, может быть, какая-то сложная джазовая музыка. И это меня подкупило. К тому же этот ЦАП я перепробовал на разных наушниках. Я попробовал его, конечно же, на своих самых любимых и крутых, это Sony MDR-XB700. Но помимо этого, я слушал этот ЦАП и вот на таких Apple наушниках. Это одни из самых лучших затычек, которые вообще есть на рынке. Это мое личное мнение, это одни из самых лучших затычек, хотя стоят они недорого, до $30. Ну и если брать аналог от Xiaomi, то это вот такие вот гибриды от Xiaomi второго поколения. Очень классные наушники с достойным звуком, слегка режет серединка, но в целом достаточно сбалансировано, если хотите какой-то новый звук немножко для себя ощутить. Теперь по поводу качества изготовления. Здесь у нас используется алюминий, здесь тоже алюминий. Все мозги находятся у нас здесь. Это просто адаптер. И, конечно же, кабелек. Он у нас здесь указан, что он в длину 11,3 сантиметра. Это нормальная, достаточная длина. Он, конечно же, не принимает форму определенную, да, то есть он всегда занимает свою форму. И как бы вот эта вот неизгибчивость, она может иногда вам мешать, например, когда свисток торчит из кармана. В остальном никаких проблем и претензий у меня к нему нет. По качеству звучания очень хороший, ровный звук. Качество усиления здесь тоже отличное, при условии, что, конечно, вы активируете это USB-устройство и к нему получит доступ плеер.
Я слушаю музыку в основном в Яндекс.Музыке, поэтому этот цапик там не используется. Но когда я хочу послушать музыку в высоком качестве, я запускаю Hibi Music и слушаю флаки вот в высоком качестве. Что касается подключения к компьютеру, то для этого нужно купить вот такой вот адаптер. Его в комплекте нет. Это адаптер с USB-C на обычный USB. Теперь подключаем ваш USB-порт и, собственно, можно подключать к вашему компьютеру, и звук сразу автоматически будет и усиляться, и декодироваться через это устройство без каких-либо драйверов. С MacBook'ом тоже самая история. Если в MacBook'е есть USB, то включаем через такой адаптер. Если USB-C, у вас новый какой-то свежий MacBook, то напрямую в USB-C порт, и звук получается более чистый, более громкий. Тоже без проблем все определяется и работает. Вот такой был мой опыт использования. Отличный девайс, могу смело рекомендовать. Цена просто смешная. На рынке это один из самых доступных и высококачественных цапов, которые сейчас есть. Кто бы что ни говорил, хотя есть люди, которые обладают супер-сверх слухом, и они говорят, что эти цапы, они плохие, а вот цап за 2 миллиарда долларов, вот тот цап точно отличный. Ну, тут уже, конечно, аудиофилия головного мозга. Спасибо всем за внимание. Где можно купить за классную цену? Ссылка будет в описании, там же будет ссылка на 2 кэшбэка. В группе ВКонтакте вы узнаете новости о распродажах, скидках, и не забывайте, что если вы из Приднестровья, то вы можете воспользоваться нашей барахолкой, там есть все товары по классным ценам, в том числе и эти цапики пока еще есть в наличии. Все, пока!